Добрый день, дорогие друзья! Сегодня у нас на обзоре необычный нож, а именно Bali Song от Ganzo. Имеем по классике знаменитую коробочку, чехольчик, паспорт и сам вот такой симпатичный ножик. Что примечательно именно в этой модели? Так вот, отличительная особенность именно этого ножа, это то, что здесь рукоятка сделана просто из двух накладок. То есть накладки это и есть плашки. В данном случае, да, G10. Для тех работ, которые предусматривает карман человека, да, для обычных там какую-то коробку открыть, там вспомогательных, скажем так, мелких, его вполне хватит этой крепости с головой. Но при всем при этом этот нож при довольно таких немаленьких размерах, а размеры у него в разложенном состоянии 203, при этом в сложенном всего лишь 114, он весит 50 грамм. Просто бомбезный вес для кармана, идеальный вес. Больше, как для мелких работ, его использовать не нужно, и этого вполне достаточно. Любой нормальный обычный нож, да, весит там в районе там, ну, около 100, да, туда-сюда может колебаться вес, там 120, 130, 140, либо там 80, 90, но все крутится вот как бы возле 100 грамм, здесь 50, благодаря такой системе, очень простой. Это не значит, что он там хлипенький, нормально, все, тут никакого шата нету, потому что тут, где нужно, вставлен металл, да, мы видим. Все крепления у нас металлические, здесь сзади точно так же, где замок, здесь у нас металл. Все очень плотно закрывается, в кармане он у нас не расстегнется никогда в жизни, это все сказки. Здесь есть специальные у нас насечки, да, мы видим, он рассчитан открываться вот так, большим пальцем, вот так. Либо наоборот, когда его держишь, да, мизинцем. Вот так вот. Если мы открываем его мизинцем, то, конечно, он в рабочее положение придет гораздо быстрее. Это понятно. Сталь здесь используется классика 440C. Нож, ребята, недорогой. Соотношение материалов, цены и качества вполне себе нормальный, приемлемый вариант. Толщина по обуху у нас 2,9. Имеем аккуратненькие подводы. Все как Ganzo пишет, да, как книжка пишет. Как всегда, все аккуратно. При этом сведение у клинка 0,4. То есть для мелких работ это то, что нужно. Давайте проверим, как он режет. Режет он у нас превосходно. Бомба. Ну и самое интересное свойство Bali Song, там говорят, что это бандитский нож. В данном случае у нас клинок 88 мм, поэтому он под холодняк не попадает никак. Это просто хорошая игрушка, успокоитель нервов, потому что правильно им пользоваться, там умеет закрыть, открыть быстро. Это тоже как бы работа рук, работа пальцев, и соответственно все, что у нас работа с пальцами, успокаивает нервы. Поэтому, ребята, кому нужен легкий, компактный по размерам, довольно эстетический по внешнему виду резачок, пользуйтесь на здоровье, это реально интересная модель. И в коллекцию, и не только. Вот такие у меня пополнения в мою EDC коллекцию ножей. На этом всего доброго, до свидания, до скорых встреч!